начальник отделения милиции города Джарабайды, капитан Цхарджбриджи Баджибаев. Ну что же, товарищи, какие будут вопросы к Борщеву? Активнее, товарищи, активнее. Момент. Ты же третий нож? Что? Третьим будешь? Что? Иди домой! Что? Ну, Фоня, не люблю я таких людей непунктуальных. Тебе выступать. Товарищи! По какому вопросу? По трубам. Товарищи! Третий месяц трубы дюймового размера валяются во дворе, а Воронкову хоть бы хны, а зима не за горами, товарищи! Готовь сани летом, а товарищ тебе Воронков! Разработчик давал, а? Где я тебе разработчик возьму? Воронков, не отвлекай собрание! Владимир Иванович, что ты конкретно предлагаешь по Борщеву? Теперь по Борщеву. Что по Борщеву? Объявить благодарность. А Фоне за что? За рыцарское отношение к дамам. Владимир Иванович, давай побыстрее, не задерживай собрание. Борщеву благодарность объявить, что ли? Как благодарность? За что? Товарищ, самоучка. Так мы до утра не кончим. Фантомас я, фантомас.